Супер крутой вариант. Давай. Отжался. Коленка. Отжался. Коленка. Отжался. Бёрпи. Еще. Давай. Вот это лайф. Видео. Как оно есть. Без обрезок. Изначально думал, что до конца не дойду. С утра сделал уже 5 километров бег. Пожал мельницы в 36-ке в трех подходах. А это чисто подышать. На площадку с детьми вырвался. Спина мокрая. Солнышко греет. Это был кайф. Как дела, джентльмены? Вы знаете, что я не могу понять по сей день, и, наверное, не пойму никогда, это когда мужчины прикрываются семьей, детьми, работой, отлынивая от тренировок. Говорят, что нет времени на то, чтобы потренироваться. Нет возможности сходить в зал и прочее, прочее, прочее. Сегодня я хочу вам показать, как можно позаниматься качественно с детьми вместе на детской площадке, взяв всего лишь одну гирьку с собой. Комплекс проработает все тело, точнее меня он уже проработал, видите, сижу весь в собственном поту, в собственном соку варюсь. И комплекс действительно достойный. Но самое главное, что я это время провел с семьей. Один ребенок записывал видео, спасибо большое Дашульке за пальцы в кадре. Мы вместе приносим с ней извинения. Но сегодня видео будет лайв, вот как оно есть. То есть это жизненный ролик, где надо отдышался, где надо включился, поработал, немножко усложнил задачу. Марк тоже потренировался, да? Да. То есть это хороший пример, это хорошая возможность позаниматься. Станете ли вы более накачанным с таким комплексом? Нет. Станете вы более стройным и худым? Тоже нет. Но проработать все тело, нагрузиться, получить ту усталость, которая дает крепкий сон и здоровье в перспективе, вы сможете. Не зарывайтесь, берите вес не тяжелый и со мной вместе включайтесь. Ну а кто смотрит видео за чашкой чая или за столом кухонным, приятного аппетита. Погнали. Попробуем сделать комплекс, который включает в себя 5 бёрпи по стандарту морпехов и 10 движений с гири. Торопиться не буду, потому что с детьми, во-первых, присматривать нужно, во-вторых, особо не разгонишься, потому что я взял 40-килограммовую гирьку. Упражнения будут разные, упражнений будет 10, в итоге получится 50 этих бёрпи вариантов и по 10 разных вариантов работы со снарядом. Начинаем с гирьки, начинаем с самого простого, с маха, 10 раз. Как дела? Давай.
холмах. Невысокий, американский. Ого! Тяжело. Подожди. Сейчас. Иди сюда. Пошли, ему поможем. А подтягиваться. Давай, 24 раза, поехали. В следующем подходике. Симба пресс. Тяжелое упражнение. Вроде 10. Так 10? Или нет, Даша? Не считал? Нет. Тепло. Oh.
А ну покажи бёрты, морпеху, покажи. Как бёрты делать? Как я только что делал, покажи. А с рюкзаком это нереально, никто так не делал. А ну попробуй. Давай. Отжался. Коленка. Отжался. Коленка. Отжался. Бёрты. Ещё. Давай. Вниз. Держи, о, а с гирькой что-нибудь покажешь? Нет. Ладненько, мы пошли. Сумо в отворот. Гасишься? Молодец. Так, ищу. Не-не-не, побудь здесь, пожалуйста. Побудь здесь. Дальше гоблин приседает. Ух, тяжело. Очень тяжело. На солнышке. Ну, поехал не в лес, именно потому, что нужен турничок, а в лесу его нет. Фух, сейчас еще приседашки.
Привет. Не упади там. Так, это мы сделали. Русский мах, американский мах, симбу, сумо и присед. Половинку, то бишь. Что? Что ты говоришь, Даш, говори. У меня рука уже болит. Рука болит. А сколько времени прошло? 13:26. Поменяй ручку. Не могу. А у меня, ты знаешь, все болит, вообще не поверишь. Надо штатив брать, короче. Поменяй руку, пошли, Марта, покрути пока. Пауза. Выключить? Не-не-не, пиши. Пауза у меня. Не тошнит? Медленно. Медленно? Как ты шутишь медленно? Я так медленно, как малыш. Там твой палец в кадре, Даша. Где? Там твой палец в кадре. Нет. Да, есть. Я так медленно, как малыш. Сейчас я его крутну в другую сторону, пойдем еще сделаем кружочек. Готов? Пошли, Даша. Это лайф, видео, как оно есть, без обрезок. Так, рывочек, по 5 на руку, со сменой каждый раз. Четыре.
Вроде 5, да? Не считаешь, да? Сейчас длинный цикл. Тоже по 5 на руку. Будет очень тяжело. Нет! Какой голубь? Сюда иди. Мармоню забирай, иди сюда. Давай сюда. Сейчас иду. Три. Два раза. Пойдем Марка проведем. Пойдем, Марка, покатаем эти чайки. Чуть отдохнем. Палец, мизинец. Не кричи, что ты кричишь? Еще раз вернись. Нет. Я не буду. Катай. Нет. Катай. А пожалуйста, иди. Пожалуйста. Развернись, пожалуйста. Нет, ты. Пожалуйста, развернись по-людски, сядь. И я сильно смогу раскатать, чтобы спинка была сзади. Я хочу спорить. Ну, тогда я пошел дальше тренироваться. Нет. Сядь, пожалуйста, по-людски. Вообще. Я попросил, сядь по-людски. Ты как медведь невежа, сядь. Я хочу, чтобы Даша тоже катала.
А она пока не может кататься, на видео записывает. Садись. По-нормальному. Выми ножку. И я тебя сильно раскатаю. Все, давай, готов? Держись крепко, чтобы не выпасть. Пошли еще сделаем что-нибудь. Постой! Ну ты ж не хочешь, по-моему. Постой! Выпады сделаем. Десять по пять на Попробуем сейчас. Супер крутой вариант. Правда, селенок уже нет, но как есть. Пойдем его покатаем, потом вернемся. А еще долго? Нет, еще два подхода. Просто уже 26 минут. Ну, и 37 секунд. Так бывает. Опять 25. Я уйду сейчас опять. Нет, давай, сильно-сильно раскатаюсь и будешь сидеть ровно и держаться. Вообще, ребят, так делать нельзя. Вообще, конечно, хардовая тренировочка. Можно и посидеть. Что нам осталось еще? Два подхода. Два подходика, да.
Уже почти полчаса, 27 минут, да. И 27 секунд. Сейчас еще раз его раскачаем, пойдем сделаем тягу к поясу, 10, и на турнички. Все? Добьем, не еще потом. Пошли. Тонг-по? Помню тонг-по. Да. Как же тонг-по? И Ван-дам. Ну это? Ван-дам победил. Ван-дам победил тонг-по. Катайся аккуратненько, я пошел. Да, уже все подходит к логическому завершению. Полчаса. Я сбился. Ладно, сделаем запасную. Уже шарики за руль. А где Марк? Он заныкался. Осталось одно упражнение сделать. И 5 разиков сделать. Какое это упражнение, ребят? Непростое. Жонглирование с ракетиком. Попробуем. Четыре, пятый не поймал. Хват умер. К слову о том, что гирьки декоративные, неудобные в работе. Ребята, я вот с ракетиком работаю, все целое. Руки, кисти. Я от нее кайфую. Настолько кайфую, что у команды Brutal Bell еще один ракетик заказал. И скоро будет видео с двумя ракушками. Что с ними делать, пока... Честно говоря, даже не знаю. Ну, может, там мельницей пожму на пару разочков. Но это все равно прогресс. О большем прогрессе вы можете узнать в закрытом телеграм-канале.
внизу в описании. Ну и в книге «Фитнес-центр» у тебя на ладони, о гирьках. Концовочка. Объект-то надо делать. И не туши даже. Сделал, но изначально думал, что до конца не дойду. С утра сделал уже 5 километров бег, пожал мельницы 36-ки в трех подходах. А это чисто подышать. На площадку с детьми вырвался. Спина мокрая. Солнышко греет. Это был кайф. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока-пока. Туши.